Ребята, всем привет! Мы всем сегодня привет. Решили устроить челлендж, поиграть втроем. Челлендж как бы называется «Угадай по губам» или «Читай по губам». То есть, например, я вставляю Лёше наушники, ну, он надевает, я включаю музыку и говорю слово. И он должен по моим губам понять, что за слово я говорю. Ну и также Иринке, Иринка нам. И мы хотим начать с первого круга такого, как бы вступительного. Начинаем с Иринки, Иринка будет первой угадывать. Я говорю ей два слова, и Илюша ей говорит два слова, которые она должна будет угадать. На каждое слово по 5 попыток. Если не угадала, все, следующее. И будем вести счет, записывать, кто сколько набрал очков. Ну что, начинаем? Иринка, готова? Готова? Начинаем. Так, наушники, Илюша, твои. Так, какую тебе музыку? О, Spotify. Давай что-то, пожалуйста, не с твоего топа. Заказывай музыку, давай. Да, я что-нибудь из Noize. У него там все нормально, громко слышно его будет. Да. Слышишь нас? Да. Да? Но вообще ну, там, громко. Там может быть... А, нет, я Люху вообще не слышу. Ой, как громко. Да, нормально. Нормально? Не слышно? Не, не слышу. Ну все, давай по очереди. Ну что, ребят, начинаем, Иришки, первое. Апельсин. Апельсин. Апельсин? Да. Да? Да. Один балл. Один. Теперь я загадываю. Кеша. Еще раз. Кеша. Кеша? Как она угадывает вообще? Как ты угадала? Давай ты. А или как? Кровать. 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 Подожди, пускай говорит. Кровать. Я не знаю. Кровать. Нет? Ну все, ты сдавай. А, ну она должна хотя бы 5 раз попытаться сказать какое-то слово. Ну, какое ей угадывай, угадывай. Кровать. Кровать. Не думаю, что смешно. Швабра? Нет. Не швабра. Кровать. Кровать. Ты не слышишь, я не знаю, я не могу понять. Кровать. Кровать? Да! Кто ты? Ёлка. Еще раз. Ёлка. Ёлка. Ёлка? Правильно. Все. Все, получается, она все угадала. Да, у Лёшки 4 балла. Капец, мне было очень плохо. Да, я вообще ничего не слышала. А как ты понимала? По губам или как? Да. Да. Ну, жестко. Так, ну что, ну, теперь я? Ты, да. Интересно мне уже. Ну, это правда какая-то... Как началась? Еще песня, и я так отвлекалась. Мне немного... Мне было интересно, что там. Надо хотя бы это, если ты... Хотя бы предполагать какое-то слово, и тогда это будет считаться как за попытку. Ну да, давайте так. Так, ну, включай мне, чтобы было все честно, а то подумайте, что я не включила. Да, она не включила, она вырвала. Я, я загадываю слова, правильно? Какой-нибудь дурацкий. Так, ну что, давай ты первая. А мне говорит слух? Да, слух, чтобы она могла по губам прочитать. Ладно. Бутылка. Чего? Бутылка. Че? Бутылка. Пельмени? Бутылка. 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 Бусина? Нет. Бутылка. Бутылка. Пудра? Нет. Нет. Бутылка. Пудинг. Пудинг никуда. Бутылка. Музыка. Нет. Все, пятер, 5 попыток. Все. 5 попыток. Все. 5 попыток. Себе пишешь 0. Так. Дом. Дом? А, тут надо было просто проще. Ну да. Свеча. Вишня. Свеча. Свеча. Свеча? Да, да. Такая поближе подвигаюсь, чтобы услышать. А надо подальше. Так. Рамка. Шапка. Рамка. Лампа. Рамка. Рамка.
Рамка. Рамка. Шапка. Рамка. Кто? Рамка. Кто? Кто? Да? Рамка. Еще раз. Рамка. Рамка. Лопата? Рамка. Рамка. Собака. Закончили попытки? Рамка. 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 Самка! Из-за самки. Все, конец. А что были за слова? Рамка у меня. Рамка, а у тебя бутылка. Бутылка. У меня 2 балла. Я 2 балла набрала. Блин, ну прикольно, очень интересно угадывать. Да, на самом деле прикольно. 4. Это ламба, а это гелий. Ур-ур-ур. А как она называется? Kids. Kids. Hello, kids. Ребята, вы слышали песню? Это ламба, а это гелик. Моя любимая. Гален Кобяков. Влад А4. Ну что, я готов. Кто первый? Не слышишь? Я первый. Гелик. Гелик. Клей. Нет. Гелик. Гелик. Еще раз. Гелик. Гелик. Тигр. Гелик. 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 Картошка. Ладно, картошка. Гелик. Гелик. Yes. На последний практически. Да, да. Цветок. Цветок. Да. Вообще. Так быстро. Теперь а, нет. Динозавр. Динозавр. Еще разок. Динозавр. Щиток. Динозавр. Динозавр. У меня кончилась песня, поэтому тебе надо будет заново. Это был динозавр, я услышал. Хлопок. Кнопка. Хлопок. Пупок. Хлопок. Хлопок. Хлоп. Хлопок. 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 Клубок. Колобок. Хлопок. Хлопок. Глобус. Нет, все не угадала. Все, ноль. Рисунок. 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 Суп. Рисунок. 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 Духи. Рисунок. Иисус. Нет. Рисунок. Рисунок. Бумага. Рисунок. Вообще далеко. Рисунок. 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 Да. Ух, вообще жестко. Угадал? О. 3 балла. Ребята, подводим итоги первого тура. Иришка у нас лидирует. Она набрала 4 балла. На втором месте Илюша, у него 3 балла. И на последнем месте я, у меня 2 балла. Организатор шоу. Сейчас у нас начинается второй тур. Чуть посложнее, хотя куда нам все сложнее, если мы тут не можем угадать. Но теперь будет не одно слово, а словосочетание из 2 слов. То есть мы должны будем угадать словосочетание из 2 слов. Начинает Иришка. Давай, вставляй наушники. Музыку какую теперь? Ну, не пси, пожалуйста. Угу. Нет, только нет! Поехали. Давай ты первая. Красивая картина. Красивая картина. Красивая картина. Красивая картина. Красивая картина. Я даже не знаю, что это. Кра-кра.
Да. Картина. Слива! Красивая, красивая картина. Я не знаю. Может, это сложно? Большая машина. Большая? Машина. 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 Большая ёлка? Большая машина. 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 Большая книга? Машина. Большой подарок? Подарок. Машина. У меня песня закончилась. Услышала? Да, слышала. Машина. Ну, полбалла, давай, ну, считаем. Угадала слово большая. Давайте по одному, да, будем словосочетание? Да, да. Ну что, сложно было? А? По одному словосочетанию. А, сложно было? Да, вообще не. А что первое было? Красивая картина. А, блин, я вообще бы не догадалась. А я что-то хотела красивую, что-то слива какая-то. Вы еще в Олимпийске какие-то кулики или я просто не могла. Угадывай. Красивый тигр. Красивый тигр. Ой, вообще жестко, ничего вообще. Красивый тигр. Красивый тигр. О, похоже. Красивый тигр. Я говорю, это очень сложно. Это сложно. Красивый. Красивая? Да. Тигр. Книга. Тигр. Тише, тише. Стих. Тигр. 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 Красивая? Тигр. Красивый тигр. Свеча? Тигр. Тигр. Красивый тигр? Да. О, жестко, жестко. Ничего себе. Оранжевый мандарин. Ты че? Оранжевый мандарин. Подарок? Оранжевый мандарин. Оранжевый пакет? Первый. Оранжевая картина? Нет. Мандарин. Музыка закончилась, но я не слышала. Не слышала. Ну, ты будешь доказывать в другом видео. Ага. Что там? Мандарин. Мандарин. Маркет? Маркет? Все. Пять попыток. Оранжевый мандарин. Ё-моё. У тебя полтора балла получается у тебя. Да, полтора. Один ты угадал Иринкин и половинку моего. Варюшка, когда начнёт? Ой, даже не надо подготовиться что-то. Погнали! Горящая свеча. Горящая свеча. Рождественская свеча. Свеча. Угу. Горящая свеча. Горящая. Горящая. Украшение, мне почему-то кажется, какое-то. Горящее. 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 Красная свеча, нет? Горящая. Еще раз. Горящая. Горящая. Калаш, свеча. Горящая. А скажи ты это слово. Горящая. Еще раз. Горящая. Большая. Все. Все, закончились. Давай ты. Так, 0,5 пока у тебя. Большое зеркало. Кончилось петь. Большое зеркало. Большое зеркало. Большое зеркало. Большой хохолок. Большое зеркало. А большое первое слово угадал, нет? Да. А второе только тогда. Зеркало. Большой. Большое зеркало. Потолок.
Зеркало. Быстро скажи, нормально. Большое зеркало. Большое зеркало. Большое зеркало. Еще раз. Большое зеркало. Подарочек. Подарок. Нет, все, все. С тобой бессмысленно продолжать что-то. Большое зеркало. Блин, вообще. Сейчас ты балл набрал, да? Да. Так, Илья, плюс 0,5. Получается, у тебя всего 4 балла. У меня 3,5. У Иришки 4,5. Ребят, короче, это третий раунд. Мы будем финал. С Иришкой. Ну, мы по очереди. Двое, значит, человек будут в наушниках. Илюша, ну, в данном, в первом раунде нам будет загадывать слово, да? Одно слово. Одно слово. И кто первый угадает, тот набирает 3 балла. Ну, да. И так далее. Да. Начинаем. Мы с Иришкой первые втыкаем наушники. Илюша тоже загадывает. Да, включайте музыку. Сейчас. Чё я встал-то? Медведь. Пиво. Первое. Медведь. Привет. Медведь. Поворот. Медведь. Медведь? Правильно. Нина угадала первое. А что было за слово? Медведь. Медведь. Так, я набираю 3 балла, правильно? Офигеть. Да. Ну, теперь мы можем с Иринкой. Так. 3 балла, у меня теперь 6,5 баллов. Угу. Так, следующий. Я и Иринку угадываем. Да, я говорю, да? Да. Угу. Давай ты куда-нибудь это встанешь, чтобы мы видели тебя одинаково. Хочешь на мое место? Садись. Давай. Ёлка. Колесо? Ёлка, ёлка. Клюква? Нет. Капец. Топ. Нет, нет. Начинаем. Мы уже начали. Ёлка. Люля. Ёлка. Ёлка. Сумка. Курага? Ёлка. Курица? Ёлка. Ёлка. Еее. А что было за слово? Ёлка. Ёлка. Курица. Капец. Курица. Капец. Кричала. Блин, ну, очень много слов похоже вот на то, что ты думаешь. Да, теперь да, вы... еще песня, а, и нет. Я тебя сбиваю. Нет, вы, я вам загадываю. А, да. Держи. Так, так. Все, слышите? Не слышите? Играет все? Компот. 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 А что это за слово? Компот. Я сказала комод, но было близко. Да, вы не близко. Я думал компьютер. Я не поняла, о чем вы говорили. Типа, кто компот, кто комод. У Илюши сколько? У Илюши 10 баллов. Херой себе он выиграл. А у Илюши 4,5. Я только на первом раунде была готова. Я придумал этот раунд для себя. С надеждой победить. Ну вот, собственно говоря, закончилась игра. Победитель перед вами. Все в порядке. Илюша выиграл. Да, теперь поаплодируем его. Молодец. Он крутой. Было очень интересно. Да, на самом деле очень классно. Нам очень понравилось. Иришка изначально не хотела. Говорит, вы чё? Я была не в состоянии. Я была не в ресурсе. Но в итоге получилось круто. Нам понравилось. Хорошо, повеселились. Так что вы тоже так попробуйте. Да. Мне кажется, прикольно, да. Новогодние праздники вот. Да, поднимаем, да, тренды. Да, поднимаем настроение. Круто, нам понравилось. Да. Все, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, да, подписывайтесь на канал. Пока! Пока-пока!